Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Ситилюкс, меня зовут Дмитрий, и сегодня я расскажу вам о светильниках, которые легко создают в помещении очень уютную и теплую атмосферу. И все это благодаря классическим тканевым ретро-абажурам. Итак, элегантные торшеры и подвесные светильники популярнейшей коллекции Ситилюкс CL407 Basel. Светильники выполнены в классическом стиле. Конструкция состоит из металлического корпуса с устойчивым основанием, украшенным искусным орнаментом. Верхняя часть стойки с красивым витым декоративным элементом. Модели представлены в двух цветах. Классическая бронза, поверхность гладкая, полуглянцевая. И вариант белого молочного цвета с благородной золотистой патиной. Каждую модель можно выбрать с одним из четырех абажуров. Три из них с однотонной тканью темно-вишневого, зеленого и кремового цвета. Поверхность гладкая, с благородным глубоким блеском. Края декорированы бахромой и ажурной тесьмой. И четвертый вариант. Стильный абажур цвета капучино. Из плотной ткани с винтажной вышивкой светлой нитью, украшенные по контуру кистями двух цветов. Каждая модель доступна как в варианте с удобным столиком, так и без него. Столик круглой формы из тонированного закаленного стекла. На него будет удобно поставить чашечку с ароматным чаем, положить книгу после чтения или телефон. В напольном светильнике три лампы с цоколем Е14. Максимальной мощностью для ламп накаливания 60 Вт. Светодиодные лампы можно устанавливать более яркие. Высота светильника 1,64 м, диаметр абажура 51 см. Сетевой шнур длиной 2 метра с удобным напольным выключателем. Подвесные светильники, одинарные подвесы, имеют аналогичные абажуры и цвет основания. Светильники с одной лампой Е27 максимальной мощностью 75 Вт. Подвешены на изящном прозрачном витом проводе. Высота легко регулируется при установке в диапазоне от 40 см до 1,60 м. Такие модели очень антуражно выглядят над обеденным столом. Это прекрасное решение для оформления кафе и ресторанов. Они отлично украсят веранду на даче. А вообще, коллекция Basel представлена широким выбором моделей люстр, настольных ламп и настенных светильников бра, что позволит оформить любое помещение в едином уютном стиле. И все же торшер – особенный источник света. Он один легко преобразит любое пространство, добавит атмосферы тепла и уюта в гостиной, спальне, столовой или кабинете. Торшер Basel – это прекрасный выбор, который будет украшать интерьер и создавать отличное настроение долгие годы. На этом прощаюсь с вами. Уютного света вашему дому!